Где купить качественные продукты? Вопрос не так прост, как кажется, ведь качество сейчас включает в себя как минимум натуральность, свежесть и красивое оформление. Желательно, чтобы и цены, как говорится, не кусались. Отличное сочетание всех этих качеств есть на Славянской ярмарке выходного дня. Мимо ярмарки, которая во всей своей красе разворачивается по улице Красной, около Славянского рынка в выходные дни, пройти невозможно. Овощи, фрукты, мясо и рыба, хлебобулочные изделия и колбасы. Здесь есть практически все, что способно украсить стол славянца. Ярмарка пользуется спросом у покупателей, поэтому как бы видно, что и покупатель есть, и все, потому что здесь дешевле. Все свежее. Все качественное, поэтому люди уже знают и ждут этого продавца. Сюда привозят свои продукты не только славянские, но и краевые производители. Тимошевцы доставляют хлеб и булочки, краснодарцы – колбасу и копчености. Но наших местных, конечно, больше, особенно в торговле овощами и фруктами. Сад хороший у меня. Вот. Ну и капусту, такой выращиваем картошку. Вот. Все пользуется спросом. А здесь удобно вам? Очень удобно. Да, все условия нам созданы хорошие. С раннего утра сюда спешат славянцы, чтобы пополнить свои продуктовые припасы. Бываю практически каждые выходные и стараюсь быть в субботу. Вот. Но купить можно все. И цены, ну, нам, пенсионерам, можно сказать, доступные. Сейчас что? Товар выделяется неплохим качеством. Куриное мясо здесь покупают даже люди, которые сами дома держат птицу. А уж они-то знают толк в хорошей курятине. Ищем, где подешевле. Ну, тут я уже брала однажды. Мне понравилась грудка, очень понравилась. Такая вот, ну, чувствуется, что домашняя. На ярмарке позаботились и о покупателях, и о продавцах. Для торгующих выделены социальные места, что позволяет пенсионерам, стоящим за прилавком, подзаработать. И вот нам предоставили места тут социальные. Мы понемножку своего дома выращиваем, продаем. Большое спасибо, хочу сказать, за эти места, все условия, и ручки везде помыть, и весы стоят. Очень хорошо и приятно. Улучшение условий для торговли позволяет работать более комфортно и эффективно. Плюс вот сделали ролеты, как бы товар привез, уже не думаешь, примерзли там при маленьком заморозке или нет. Дождь, снег, ты как-то все-таки более защищен. А раньше мы стояли в этом же самом месте, палатки и автомобили. Вот было неудобно, тогда да. Глаз радуется, когда видишь, как бойко идет торговля на ярмарке. Всем выгодно, все довольны. И качество обслуживания, и качество товара, который нам предлагают. Да, и ценовая категория там много значит для нас. Кубань должны пользоваться и ценой, и качеством наших продуктов. Ярмарка выходного дня не нуждается в особой рекламе. Она развивается, чтобы еще полнее удовлетворять возрастающие запросы славянцев. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События».